Ну что, народ, всем еще раз привет. Мы возвращаемся в прямой эфир. Продолжаем смотреть дальше за матчами за саммита третьего. У нас с вами полуфинал Виноров и Хоум против Invictus Gaming. Сейчас будут сражаться. Я вам покажу текущую актуальную турнирную таблицу на данный момент. И что мы там увидим? Увидим то, что и Хоум, и IG, вот они. В верхней части сетки будут сражаться. Уже известен их противник, будущий в финале Виноров. Это ребята из LGD, которые часом ранее обыграли HGT с счетом 2-1 в своем полуфинале. Вот, ну, естественно, та команда, которая выиграет в этом сражении, пойдет против LGD играть в Винерах. Ну, а команда, которая проиграет, спустится к Ньюбе в лузера. Ну, вот такие вот у нас расклады, вот такая вот система. Ну, как понимаете, команд остается все меньше и меньше уже. 6 их уже осталось, в общем-то, посмотрим, кто из них дойдет до конца. Напомню, тут только лишь одна команда, которая выиграет гранд-финал этих отборов, отправится на ланд-финалы на The Summit, в Америку, собственно. Такие вот расклады. Ну, давайте тогда переходите потихонечку к первой карте. Попутно я вам сообщу о том, что коэффициенты были, ну, примерно похожие, как и в предыдущем матче. Также есть один яркий фаворит. Это команда Invictus Gaming, очевидно. Коэффициент на них 1,186. На их хоум 3,641. Понимаем, что на их хоум довольно большой коэффициент. Ну, естественно, букмекера в эту команду не особо верят. Ну, как по мне, я тут уже и в своем паблике писал свое мнение о том, что Хоум как минимум одну карту должны выиграть. Потому что у них они действительно с каждой картой все лучше и лучше показывают результаты, все лучше доту показывают. Есть у них, в принципе, мотивация выигрывать. Я думаю, что им по плечу такой коллектив, как Invictus Gaming. Напоминаю, дорогие друзья, также, что канал StarLadder 1. Это не тот, на канал, на котором сейчас мы с вами находимся. Мы с вами находимся на канале twitch.tv/gamestars.tv. Не забывайте про это, что именно там мы с вами, и там мы с вами, собственно, общаемся, смотрим трансляцию. Также смотрим, конечно же, Dota TV, в случае, если у вас есть билетик на этот турнир. В общем, всю подобную информацию вы уже слышали неоднократно и прекрасно знаете. Ладно, что же касается первой карты, у нас IG играют за Radiant, за Dire и Home. И Home взяли себе Вингу и Queen of Pain, на что IG ответили пиком Bristol, Бека и Брюмастера. В банах у нас Storm Spirit, Leon, Viper, Leech, минус Снайпер, минус Тролль Варлорд, Висп и Тайт Хантер. Ну и вторая стадия пиков открывает товарищ Фейв в капитанском слоте. Да, составы сегодня, кстати, без каких-либо изменений. То есть, все окей. Чуань, Фэй, Феррари, Бёрнинг, Си у нас представляет состав Invictus Gaming. На Зейхом же у нас AOTK, Lanem, Inflame, DDC и парень с китайским иероглифом. Но, если мне не изменяет память, это товарищ ZYF должен быть. Ну, Disruptor'ы пиком третьим собрали себе IG. Капу как-то нужно будет возвращать, как-то нужно будет инициировать, с Disruptor'ом инициировать одно удовольствие. Зажимать самую Queen of Pain, кстати, к шторам. Ну, герой хороший, гонять в нем. Играть на нем IG умеют. Что все окей. Давайте посмотрим, чем ответит AOTK. Ну, по поводу треков тут народ постоянно спрашивает, ребят, все треки, они в статусе группы постоянно транслируются, слухайте. Посмотреть, что это за трек такой, чекайте там. Там все есть. Ну что, долго думает у нас капитан команды Home, кого себе выбирать героем третьим. Ну, безусловно, нужны персонажи, которые будут пробивать без Бристлбека Брюмастера. Самый очевидный вариант был Тролль Варнард, но его забанили IG. То, что нужно будет придумать что-то другое. Виспатини тоже не взять, потому что вис в бане. Тини, конечно, можно взять, но без виспа он не настолько хорош. Ну кто будет против Бристлбека сражаться? Большой вопрос. Акс добирают себе. Ну да,
действительно хороший вариант против Бристлбека, то есть разворачивать ее в нужную сторону, то есть лицом к лицу, и кто-то ему будет в лицо это самое напихуньковать. Так что инициатор, прыгиватель хороший, Акс, но в любом случае керри еще нужен будет. Шату Финда отбирают себе IG. Вот с Коргероями IG уже разобрались, то есть у нас, судя по всему, ожидает появление Бристлбека на сложной, Шату Финда в миде, Примастера на легкой. Десратор в качестве суппорта. Вот они что-то паришно под Акса добирают вторым суппортным и хоум. В принципе, пока логично. На прежнем не ясно, кто же будет мейнкири, кто же будет носить основной урон. Окей. Кто будет бить? Один Акс квапой, к сожалению, с Бристлбеком Шадоу Финдом не справится. Есть еще такой хороший вариант, как Медуза, например. Немножечко жадноватый такой, конечно, вариант. Немножечко лейтоватый, я бы сказал. Но она может заехать. Других очевидных вариантов пока, на мой взгляд, нет. Но есть еще Джиггернаут какой-нибудь. Стоит тоже не забывать про этого хорошего персонажа. Он очень серьезно будет за счет Healing Ward помогать Аксу. Ну и при должной раскачке, конечно, пытается расправиться с Бестлбеком, с Шадоу Финдом, с Бримастером тоже. На Акса решили забанить IG. Ну, буквально недавно я как раз-таки наблюдал за довольно интересной связкой Акс плюс Найкс. Брала его одна из китайских тоже, опять же, команд. Вот, давай, инфест-бомба такая веселая получилась. Летали, бегали, убивали. Вот, об этом IG тоже, видимо, в курсе. Решили Найкс забанить. Вич-доктор отправляется в бант и холл. Ну что ж, второй суппорт IG. С дисраптором кого-то взять, нужно побегать. Может быть, возьмут лесника, то есть делают жадный пик. Вот ЕС добирают. ЕС неплохо. Дополнительный контроль, станчик на команду всегда нужен, всегда приветствуется. Напомню, дорогие друзья, что у нас буквально через час на канале StarLadder 1 начнутся трансляции матч старой серии. Последние два сегодняшних матча Best of 3, которые определят уже четверку команд из Европы, которые отправятся на лан-финал, поэтому обязательно смотрите, не пропускайте. Скорее всего, у нас две трансляции друг на друга будут накладываться, так что нужно будет в определенный момент времени просто заюзать. Мультитвич. Ну что ж, Морфлинг, вот такого керри взяли себе и хоум, и через него пытаются нафармить и убивать противника. Ну что ж, интересно. Очень-очень-очень интересно. Выбор сделан, что называется. Давайте смотреть за игрой, за исполнением. В последнее время, как вы знаете, Морф у нас чаще всего заходит все-таки как персонаж No Flame. Тут из этих новых мет. Ну, в качестве мейн-керри не часто он появляется, но все-таки иногда вынуждены брать его команды. Я тоже думаю, что это скорее вынужденное решение, чем изначально планировали их хоум. То есть брать Морфа ты обычно редко да планируешь. А в таких вынужденных ситуациях, когда практически все мейн-керри были забанены, а тебе кого-то, кто носил дэмэдж хороший с руки, нужен, ты драешь Морфа. Как вариант, который всегда доступен. И стабилен, скажем так. А, ладно, IG зарейдит, давайте знакомиться, кто будет катать. Так, Бёрнинг берет себе Бремастер, отправляется на легкую, Феррари на Шадоу Финде. А, Чувань, конечно же, исполнит на ЕС вторым суппортом танк-команды. Фейв будет играть на Дисрапторе, ну и Кси сыграет на Бристлбеке в сложный. И вот они, Хоум. Хоум и Хоум, давайте с ними знакомиться. ZYF сыграет на Морфлинге, AOTK на Аксе, Inflame, Queen of Pain, DDC на Vengeful Spirit, ну и Lan-M на Inchtaparition. Отправляется в чужие леса, а тут Бёрнинг. Ну, Бёрнинг не подставляется пока. Очевидно, здесь есть кому инициировать, есть чего начинать. Там винги есть, Шату Страйк есть, так что подставляться IG здесь нельзя. Поставили Сентри Вар. Поставили такой вот обсервер, который уже становится таким стандартным обсервером, да, и очень часто именно вот сюда кликают его команды. Так, пробежались, высвободили чужой лес, ребята из Home будут контролить баунтером. А то без контроля ты ее и сам. Ну, по линиям я тоже не думаю, что у нас что-то такое сверхординарное будет ожидать. Или будет.
Судя по всему, три плана клевываются сложные, да, Хоум? На самом деле это интересно. Потому что три плана сложно не даст фармить бёрнингу, как минимум. Да, это полноценный трипла снизу. Бенгам, Энштопаришин и Морфлинг. Ну, я бы не сказал, что прям супер какая-то жесткая трипла, хотя вот любая трипла с появлением Энштопаришина становится очень жесткой, да, за счет челлентача на первых уровнях это вообще забей. То есть персонаж, который может дать и замедление, и может дать хороший баф на урон с руки. Плюс ко всему в этой трипле имеется также и станчик, есть еще и К, кстати. То, что нужно. Ну и Бёрнинг один пока здесь, очевидно, не боец. Потянутся к нему два суппорта и ЕС и Дисраптор. Ну, я думаю, что они вряд ли чем-то смогут помочь. То есть, опять же, сравнивая с суппортом противника, мы понимаем, что дабл суппорта слабее. Вот, опять же, на стадии лейнинга, да, и ЕС вообще самый бесполезный, по-моему, суппорт в качестве няньки. Роумер, он, конечно, может быть неплохой, но в плане проявления агрессии вообще никакущий. То есть, максимум, что он может дать одну фиссуру, и все. Ну, Дисраптор такой, батенький тоже. Если подставится под станчик Energy Full Spirit, погибнет моментально. Так что не думаю, что здесь есть возможность у IG как-то триплу выиграть. Опять же, ну, если Хоум и сами ошибаться не будут. Значит, номер один на Хоум, конечно же, здесь подавить противника. То есть заставить Бёрнинга не получать денег. Отогнать его подальше под тавер. Ну, что дальше такое, чтобы еще и Морфлинг нафармил свои артефакты. Мидин осуждается противостояние Квапы против Шадоу Финда, но здесь более чем стандартное противостояние. Если мидеры так вот серьезно не будут ошибаться, то должно быть все более-менее ровно. Ну, возможно, с неким преимуществом стороны Шадоу Финда за счет того, что он будет... Смотрите, так она Бёрнинг, пошла там фиссура, вейформа, Бёрнинг, клеп уже потратил, пробивает с руки, патычки скинулись, вот МФБ. Пожалуйста, Чиллинг Тач. Чиллинг Тач первый уровень, дополнительные 50 дэмэджа. У Морфа, у которого и так 44, то есть уже по сотню становится. Такое пережить не может никто. Вот так вот сейчас начинается ФБ и Холл. Ну, причем это они брюмастера забрали, да? То есть представьте, что бы случилось с суппортом, с ЕСом или с Дисраптором. Они умерли бы в секунду. Ну и вот вынужденное решение стороны IG они делают свап-лайнами. То есть Бёрнинг смещается на топ, отправляя к Си. Легко утерпеть. Ну, скажем так, что... Бристлбэк, как бы, он тоже там особо не постоит на этой линии. Его также будут убивать. Да, он поплотнее, конечно, будет. Все-таки у него 6 единиц брони, 25 хп, и хилочки имеются, но... Если захотят на Зехом, они тоже с ним будут расправляться. Ну и кто сказал, что, собственно, Бёрнингу будет легче ставить против Аутикея? Да, Бёрнинг будет при экспириенсе. Но фармить он здесь тоже не сможет. Аутикей просто заходит под крипочков и все. Ну, если что, скалирует. Ну, все будет окей. Так, у нас тут уж Квапа подключается на нижнюю линию. Они готовы к приему любого гостя. А, ну, кстати, они уже к гостю одного-то и приняли. Квапа забирает Десаптора. Бывает. Десаптор на топ стягивает теперь, чтобы помогать Бёрнингу. Ну, так вот, сразу же вешается. Тандерстрайк. Да, ну и вот такие 2-1-2 у нас получают. Дальше страдают они, очень серьезно страдают к началу карты. Чиграм поставили свои линии, Хоум. Нагловато так. Ну, Таутикей, главное, чтобы здесь не встрял, потому что все-таки, как ни крути, но против него табла. Хоть ты Акс, который крутится, вертится, но... Как-то до Глимс чайно нарвешься, наклеп на парочку критов и погибнешь. Ну, задача Аутикей, конечно, выформить себе свои транквил бутсы, а дальше потеть уже на блинкдаке. Ну, выходит Кси, и он тоже чувствует, что не все так хорошо на этой линии, что какая-то подстава была от Бёрнинга, очевидно. Ну, Бёрнинг приходит, он говорит, Кси, иди там на легкую. На легкой же проще, давай, братан, пофармишь там. Кси приходит и понимает, что как бы здесь ни шиша не легче, что ему против Акса бы как-то проще стоялось. Ну, видим, в спину уже заходит EDC. Станчик пошел. Cold Fit, Chilling Touch. Ну, хорошая фиссура. Уже не успевает морф своей формы. В итоге Кси выживает. Еще и на завороте такие колспрей дает. Жесткий парень. Во! Вот такая информация интересная в твиттерочке заехала, что оказывается Дэнди и Хвост — это два игрока, которые держались вместе в одном коллективе, в одной команде на протяжении долгого времени, причем дольше всех. Других таких неразлучных связочек, скажем так, и не было за всю историю. Ну так вот. Вокруг них игроки меняются, они по-прежнему вместе. Так, Аутикей. У нас теперь дабл уже начинает гонять, но получает на развороте Thunderstrike. Есть уже глимс от Дисраптора.
возвращать пока не стали, но да, у TK 300 хп еще, как бы стики есть. Такая себе идея его забирать. Что в миде? В миде СФчик у нас 21 на 5, у квапы 14 на 5. Ну да, вот с таким преимуществом, о чем я и говорил, Феррари немножко получше крипсатит. Ну вот на топе. Ну, смотрите, Battle Hunger, но Фейфор вроде кей ускоряется. Глимсует, дал кол. Ну и Глимс удачно от Фейфа получился. Доживает. Тренинг DDC довольно интересные такие вардишки расставляет. Агрессивные варды, то есть он видит, что... Точнее, дает вижен клапе, что за спиной СФа есть ЕС, так что огрызаться не стоит, размениваться по ХП тоже. Внезапная фиссура — это будет минус. Ну и сам DDC готов в спину заходить. Так. Эффектом неожиданности, что ли? Ну-ка. Странно немножко, DDC пошел. Получил фиссуру, дал стан, инфлейм здесь, прокаст. А на Sonic Wave маны не хватает, пивается ботлом, вот теперь... Вот теперь не хочется тратить, потому что, короче, инфлейм. Sonic Wave дал, погиб, провал, просто провал. Какой же ты жмот. Видит там, что у СФ осталось буквально там 20 хп, он такой, ну блин, ну не буду давать Sonic Wave, ну чё это, он сам умрет. Они США не умер, Феррари, а в итоге ты себя в ЕС разменял. А это не крутой размен. А Sonic Wave давать надо было. На утикете, на фиссура пошла, утикей. Каллинг Блэйд еще и живет и пытается уйти, тут Дарстрайк нет, добивает его дисраптор. Разве он хороший? Убивает мейн керри, ну, номинального мейн керри, оффлейнера, мейн сторону. Ну и 4-2. И хоум начинает очень здраво. Если вот это вот не маленький фейл со стороны инфлейма, то все было бы намного круче. Ладно, баунтер наворует с Чуаня. Чуань дал фиссуру, не отрезал, но Феррари пытается пробить с руки. И Шадо Рейс минус. Хорошая игра от Феррари. 3-4, знаете, счет. Ну, не забываем, что при этом у нас на фрифарме находился ZYF, при этом у него еще не фраг имеется, сапог, базилиус, есть колечко. Ботлем его отхиливает инфлейм, забирает себе руны регенерации. Ну, Акси сумел немножечко постоять крипочков пополучать. Вот у него к нему летит уже целый сапог, я думаю, да? Нет, это ботл. Пока без сапога играем. Вардишки. Чтоб не гангали. Тяжелое начало при столбэке, видим. Конечно, очень тяжелое. Даже в соло против Морфа теперь сложно стоять. Хотя бы только потому, что ну, Морф может тупо вот его так обузить. Заходите, прибивайте с руки. А тут без сапога. Еще и вейформу дать можно, еще и убить можно. Вроде бы вторая спина имеется, но... Говорят, Феррари и IG тоже неразлучные. Феррари, точнее... Феррари и Чуань ты имели в виду, да? Или с кем вы Феррари имели в виду? Ну да, Феррари с Чуани вместе долго поиграли, но не настолько долго, сколько играют вместе хвост эти. Наперник теперь не атака, клэпает он, калирует его, будет он замерзать, сразу же Каллинг Блэйд, очередной минус. Вот хорошее подключение двух суппортов, отломаем от DDC. Очередной минус. Да, тысячу раз уже пересвапали своими линиями ребята из IG. Вот теперь СФ подключается на топ, пытается OTK забрать. Парочки шоу рейзов, калирует двоих. OTK пока живет, крутится, вертится, идет до конца. Нет, таки не хватило порога для того, чтобы дать Каллинг Блэйд. Много хп. Таки Акс погибает. Ну, а кстати, решение было неплохое. Акс вот именно идти в сторону противника, калировать и надеяться до конца, что ты, может быть, лишние два раза крутанешься и дашь Каллинг Блэйд убежище. Так, контролится руна. Здесь спокойно забирает. Фейв здесь, Thunderstrike повесил. И все, но Винга будет в инвизе. У Бёрнинга до сих пор нет ультимейта. Три смерти уже у Бёрнинга за первых 9 минут игры. Это же кому явно не повезло по началу игры. Ну, Кси с ZYF своя игра. Ну, правда как, это игра у Морфа скорее всего идет, да, у ZYF так. Точнее, у Кси такая себе карта получается. Если крипа за одну пачку он забирает, для него уже все круто складывается. Пока вот еле-еле на сапог он пытается натерпеть. Морфа тут полный порядок. Хилку собрал себе, стики у него есть, 15 зарядов, левел 7. Ну, очевидно, что нужны какие-то уже более дорогостоящие артефакты, да? То есть можно будет нацеливаться на покупку. Ну, ликенсферы, возможно, линка здесь, ну, в принципе, может помочь. А чего, правда, помочь? Ну, она легко сбивается гушками всякими. Поможет от Гримса, разве что.
Может быть, стоит собрать. Тут сиренем атака пошла на Бёрнинга. Ловит он стан. Хорошая фиссура. Бёрнинг клэпает. Кол пошел. Ну, там ставится хороший статик шторм. Вроде кей страдает. Что до рейдза приходит. Феррари забирает фраг. И DDC можно тоже убивать. Феррари идет. Откатится у него совсем скоро Shadow Race дали. Тан на развороте от DDC. Cold Feet, Sonic Wave, Scream, Ferrari погибает. Чуванит фиссуривается. Waveform пошла от Марфасита пришедшего. Это минус 2. И можно Бёрнинга гнать. А Бёрнинг по-прежнему без ультимейта. Бёрнинга, правда, есть ТП, который он сразу же юзает. Сбить нечем. Adaptive Strike нет у Морфлинга. Это все-таки не оффлейн Морфлинг, да? Это main carry Морфлинг, поэтому... Тут мы увидим Wave и перекачку только разве что. В приоритете. Ну, вообще 7-5 у нас счет. Вы знаете, меня очень радует то, что Туртикей пошел на Кси. Так, пошел, покрутился. А поджечь его нет? А что не поджег-то? Там за баунти руну уходит Кси. Ну вот, очень радует меня то, что довольно много активности у нас на карте происходит. Что в первом матче, что здесь патчи по, наверное, 2. И Home Маджи. Друга действительно разменивает неплохо. Очень много перемещаются по линиям. И пока их Home как захватили инициативу в начальной стадии, так как они ее удерживают. 1000 преимуществ у них есть по деньгам, по экспертности 1000. Небольшое преимущество, но имеется. Давайте посмотрим индивидуальные инфорсы. Ну вот 4900, топ 1 Феррари. 3-1-1 у него. Начало было не самым приятным, но дальше он... Несколько ТПшек, парочку хороших Shadow Raze'ов, и вот уже на коне. Ну, а правда, дальше три кор-героя и Home идут, да? Вот идет у нас Морфлинг, тоже с СФом, они там на одном уровне. И потом Квапа с Аксом. А Бремастер и Бристлбэк, очевидно, не дофармливают. Это Бёрнинга. Появляется генский Primal Split, хотят его реализовать в миде, будет заходить на Инфлейма. Вот Инфлейм, ну-ка. Фиссура Тондерстрайк, Инфлейм упрыгивает. Ну, там прыжок довольно хороший, и поэтому Глимсом не зацепить. Глимсанули Марфа сюда пришедшего. ZYF. Окей, словами, не больно-то и хотелось. Возвращается. И будет фармить дальше на своей легкой линии. Так, и Fortification, Cold Feet, Бёрнинга прогоняют, Феррари тоже. Феррари, кстати, Став и Void Stone, то есть он будет выходить в Юл, и Блинк Даггер уже появляется у Аксов. Неплохой тайминг. Несмотря на три смерти, все-таки AUTK играл очень резво, очень нагло. И сейчас может противника удивить, потому что четыре персонажа IG находятся на медлении. Если грамотно прыгнуть, можно хороший файт показать. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, миди, стягивает всех на себя Inflame, врывается AUTK, двоих стянул, правда, как бы не погибло здесь Квапа. Взорвался Феррари, Феррари погибает, но в размен на Квапу. Пытаются разобрать, видим, Earth Spirit'а. Ну, Earth Spirit'а. Earth Pandaren'а, скажем так. Накрывают его тоже, это минус. Немного моментов, чтобы вот на начальной стадии у Бремастера в его ультимейте убивали. Обычно это больше к лейту, да, там, разбираются с Pandaren'ами очень быстро. Тут вот взяли, просто и убили. Ну, в итоге 1-2. Неплохо забайтил Инфлейм, делал, в принципе, все очень грамотно. Заставлял противника стянуться в одну точку, чтобы ворвался Акс. И драку выиграли. Двух кор-героев на одного поменяли. Так, Глимсу здесь аппарат, а тем временем Акс рвается на Кси, Айс бластовывается в Кси. А у ТК... А, нет, Квалинг Блейд кулдаун, это беда. Это беда, потому что они погибают. И аппарат, и Акс. Чувак идет до конца за DDC, получается, стан погибает. И в итоге 2 в 2 здесь размен получился, опять же. На руку команде Home, потому что Морфинг делает даблкил. У Ольфга есть еще 5-0-0. Пожалуйста вам, мейн кири. Формящий и убивающий при этом еще. 2700 после кольца. Ну, выбор у него просто громиднейший. Через какой билд идти? Какие артефакты собирать? Бедняжка Бёрнинг, тут 1000 монет. А вось бы на арканы хватило, какой тут блиндагер. О блиндагере пока только мечтает речь Бёрнинг. Ультимейт торп есть у Марфа. Да, Мити подцепили аппарат. Ладем ставит точку. Клапа 2-2-4. Кстати, ну тоже не особо хорошо дела идут у Инфлейма. У него даже каких-то пока намеков на Орхид нет. Есть только робы, что мало. Ну так и просто помирает. Это Ворс у нее четвертый на карте. Выступает немножко Бристлбеку. Просто Бристлбек поднялся. Чуть-чуть. ПТ, кольцо у него тут видим. Ботл. 11-9, 14 минут игры позади. Пока вот вроде Феррари неплохо смотрится в составе IG. Несмотря на то, что его фокусирует, очень часто убивает, все равно он свое успевает дать.
Левел 11 у него уже есть, пару реквием. С Юлом можно какие-то соло-фраги пытаться сделать. Но там же OTK, а OTK и не думает останавливаться. Он хочет... Убивашки! Убивашки! А, на Феррари Shadow Raze дал и отошел. Была возможность, буквально полминуты где-то... Какой полминуты? Полсекунды было у OTK для того, чтобы впрыгнуть, сцепить колом. Краешком прям. Ну, OTK этой возможности не воспользовался, не влетел. Поэтому отправляется в чужие леса. А тут они могут найти Феррари, который вот тут только-только нейтралов дофармил. И везде OTK не успевает за этим Феррари. Феррари слишком быстрый. Ну, вот они в миде вместе с Чуванем. Чувань ТП на топ. Судя по всему, хотят подловить Марфа. Глимсует Марфа. Встанет Марфа. Клэпует Марфа. Марф учил перекачку и в виду он имел вообще все эти вот начинания. Ну, а в миде Рене убивает Феррари, который остался один без суппортинга. Ну, вот так вот. Не оценили грамотно ситуацию IG, то есть они решили внезапно, что они с Марфа смогут убить. Пошли, много ресурсов было потрачено для этого и упустили из виду своего SF-чика, который очередной раз отъехал. Возвращают тем временем, видим, Static Storm DDC. Фиссура. Да, но то DDC не спасти. Ну и уже Fave Dominating делает. Fave, короче, красавчик. Аркан, 1500 монет. На секундочку, если что, Фейв по нетворсу обошел Бёрнинга. Бёрнинга обошел Фейв. Суппорт Дисраптор Керри Бёрнинга на Брюмастере обошел. Вот это да. Такой не каждый день не видишь. Хороший айсбласт. Мог бы быть, если зацепили Бёрнинга, пока зацепил только Фейфа. Кси в Ангуарте накопил, кстати. Вот это неплохо, Кси. Несмотря на отвратительное начало, все-таки нашел в себе силы и насобирать артефакты. В итоге с Вангуардом теперь намного плотнее стал. Ну и в виде Бёрнинг забирает Тавр, и у него Блинк Даггер появляется на 16-й. Ну вот тоже неплохо. У Экси находит еще Инфлейма, Инфлейм отклинковывается. 1700 монет есть. Гайд. Окей. Видит Кси, можно Кси прыгнуть, но он с Унгвардом. Решили не рисковать, отойти Танкфилу. Yes. Что у нас на терене Марфа? У Марфа должна быть Линка. Да, Линка на 17-й минуте. Неплохой тайминг, с учетом того, что есть уже и Аквилка, есть ПТ, и есть Морбид Маск. Морбид Маск, где есть Мэджик Стики. 10-12, 17 минут игры позади. Давайте оценим графики. Ну вот тут и Хоум. Ну было какое-то преимущество, один момент даже 3000, сейчас осталось 1500. БКСП 2000. Ну в целом, более-менее ровная игра протекает. Большой вопрос будет что же дальше? Кто же будет сильнее? Насколько Морф себя может хорошо презентовать? Ну, смог произойти, кстати, по-моему, смог видели их. Сами тоже под смоком. А OTK впрыгивает, цепляет, чувак, дает дать ему фиссуру. Пошел Юл, папу подцепили. Праймал сплит, инфлейм прокаст, дал, получил несколько шедоу рейзов, плюс Ахаслэм погиб. Там терением за фейфом, атака от OTK. OTK Юлит снова, фейф живых остается, Феррари, реквием. А ладно, OTK просто выпрыгнул и все, лол. Вот же ж лол, пытается сныкаться, калирует Феррари. Фиссура пошла, еще один Калимблейд, хорош, а вот и Кейди, еще и Морф живых остался. Бёрнинг, конечно, накрывает здесь Акс, но Морф уходит. Только 3-2 получился замес. Акс сделал даблкил. Ну, с учетом того, что их оба немножечко вели, они все-таки драку проиграли, показывают, да? Ну да, все-таки размен 2 на 3. Но опять же погиб СФ. Самая неприятная часть всех драк, это то, что погибает Шадуфинт у команды Эдж. Снизу, ладно, на Мидаса ходит. Ну и пока все спокойно. Главное опять, что Морф не погибал, да, он всего лишь один ассист смог сделать за этот файт, то есть фрагов тоже не делал. Но главное, не умирает, опять же, не погибает, количество денег у него только растет, причем растет стремительно. По нетворсу он уже даже Bristol Back обходит на 2400 монет. Теперь будут собираться снизу, чтобы забрать тавр, судя по всему. Вообще, по таварам, что мы имеем? Один тавр спушили у нас и Хоум на топе, в миде сами и Хоум потеряли. Один тавр, и снизу тоже один тавр. То есть, суммарно, два тавра было потеряно. Снэд пытается восстановить баланс по таварам у нас и Хоум, сломать еще один тавр оппоненту. На дефе и Сэв, который без душ пока Чувайн, который левел 8 имеет соулинг. Гриф Фортификейшн заюзали. Репликата пошла от Сэфа. Смотрит. Ну и Морф забирает деньги за тавр. Все четко. У Инфлейма первый обливион став только. Ну, в каждой драке он, конечно, погибает, неприятно. Орхида до 20-й не будет. Будет позже.
Почему не пробовать Ашану забрать? Может получиться. Есть вейв, у Venge for Spirit, конечно, медальки нету, но с одним вейвом можно пробовать будет разобраться. Идет, идет, ладно, покупать своих хендов медас. Нормально. Госкептер. О, это старые добрые морфлинги. Через линку и The Real Blade. Вот так вот годика два назад закупались на морфах, на керри морфах. Линка на доживаемость и The Real, чтобы делать фраги. К этому времени, с появлению The Real Blade подкачивается этот дистрайк на четверочку, дальше идет перекачка в агилити. И вот это вот The Real Blade. Adaptive Strike, вейформы перекатился, сделал фраг и на репликату ушел. Так кабинушка работает. Работает она и с ЕСом, будет работать она также и с Дисраптором. Ну, в какой-то степени даже и с ФМ может прокатить, потому что СФ пока без БКБ. Ну, кстати, он пытается выформить, у него клап есть. Ну, тут стакали. Ну, хорошо, нас стакали, эти. Ксип спинкой поворачивает, начинает стакать колл-спреи. Фэм хорош, тоже выйдет в БКБ, причем выйдет в БКБ он раньше, чем СФ, очевидно. Сейчас этих вот всех нейнштов поубивает, уже на Метрилхаммер хватает. Полный порядок. Ну и снова смог от Эхоум. Снова готовы агрессировать. Эти ребятки готовы захватывать власть, убивать оппонента. Они видят здесь Кси. Кси опять успел нафармить. Но почему же АУТК буквально 2 секунд ему не хватает, чтобы успевать такие фарм. Феррари. Оп-оп-оп, где здесь? Чуань, Чуань, Эхослэм. Получает Native Strike. Цепляют Кси. Залетает Ice Blast, Burning Spin на Ланема, начинает пробивать с руки. Sonic Wave пошел, умирает аппарат, там погибает ЕС, драк родился несколько частей, Fave Tap Out просто юзает, уходит, а UTK калирует, получает парочку Shadow Razor, тоже гибнет. Теперь пошел Primal Split от Примастера. Ну и драку здесь, очевидно, их проиграли. Будет ли Морф? Ну, Морф должен уходить, у него с маной полный порядок, Waveform. Fuel. Так. Вот здесь, если что, свап есть. Может быть, свапнуть надо, да, свапают. Стан Феррари. Кси идет дальше. Кси пытается размять. Глимсанули здесь, не дают DDC уйти. А, DDC еще и погибнет. Зажали его. Среди четырех персонажей и Энчинта просто растерзали. Да, ну вот неудачно все очень получилось с Тэхеом. Не поймали здесь очень быстро Бристлбека за пол хп. Не забрали его. В итоге спалили здесь IG своего оппонента. Ну и драка началась как-то безалаберно. Кто-то в кого-то прыгнул, кто-то в кого-то синцировал. Не так, как все должно быть по Гайду. А по Гайду должно быть как? Как срывается, ксягивает одного двоих, то залетает Ice Blast и раскастает попы. Это моментально минус один, минус два. Вот, Морфли тем временем развлекает суппорт каких-нибудь. И все, и замес идет как нужно. Когда вы не знаете, кого врываться, и вас там с четырех сторон впрыгивают, с одной стороны там SF, с другой стороны Бремастер заходит, то, в принципе, тяжело. Мидас приобретает себе Бремастер, и Мидас покупает себе Дисраптор. Ну вот понимает, да, что при затяжной игре у них огромнейший шанс есть. Ice Blast, хороший Феррари залетает. Феррари должен умирать, Феррари гибнет. Подловили Фейфа. Вот то, что сейчас сделал должны Эйхоум, это нон-стоп убивать. Вот нон-стоп убивать противника. За наглость нужно наказывать, за жадность, за вот эти вот мидасы. Потому что сейчас, что Брюмастер, что Дисраптор потратили 2000 монет впустую. Идти убивать. Идти убивать, ломать товара, ни на секундочку останавливаться нельзя. Потому что там... И Дисраптор себя гоним выформит, да, и выформит себе там и Брюмастер какие-то артефакты, и все будет плохо. Один морф со всеми не справится. Нашанечка заходит Эхоум. Ну, для того, чтобы поддерживать постоянно вот такой наплыв агрессии с своей стороны, нужно, конечно же, брать Аегис. Стягивает Тайджи, пытается, видимо, устроить какую-то драку, но поздновато. Аегис уже забирает морф. Которым, кстати, прилетает из Aerial Blade. И пытается фармить на топ. Да, ну что выходит? Выходит то, что пока IG будут себе создавать пространство для фарма. То есть, инициировать им замесы в принципе не к чему. То есть, они, ну, могут пытаться, конечно, какую-то парфа забрать. Но такое все дело. Через этих шторм есть маленькая вероятность того, что удастся забрать Аегис. А дальше? Вот так вот. Ворвались, а у него репликата была, и он ушел. Уже фармит ваши леса.
Вот супермобильный морфик. Нападать их. Просто убивать этих вот дисрапторов, убивать этих брюмастеров. Потому что там Кси уже и так хорош, и Сеф тоже хорош. Они свои артефакты вывозят помаленечку. Потянется к ним еще брюмастер дисраптором, и все. У вас будут жирных 4 отфармленных героя, плюс еще ЕС блинком. Да, один морф будет просто страдать. Обрывается, калирует, не калирует. Кси с БКБшкой, приходит отстреление морф. Рассказ Чуаня, Чуань 78 хп и в живых остается, отфиссуривается, айсбаст на ход. Чуань уходит из-под него, инфлейм, добей, ну кого ты, Sonic Wave дает вообще какой-то непонятный. Все плохо, все плохо, там теренем уже на развороте, если начинает драться. Кстати, шторм инфлейма, выбегает он из-под него. Уходит, там Чуань прежним бегает на базу, он не свалил. Все живы, столько всего было провизано, все живы. Вы издеваетесь, что ли, инфлейм. Он блинковывается. Спрятался DDC, Tower Burning пытается добить, у него прямо сплита уже нет. Но драться уже и хомы-то не могут. Сайленс на фейф, вот он OTK, ныряет. Снова Йоул, Скрим, Фиссура, Реквием залетает. А OTK все, весь Реквием питал, еще и Хэслэм себя весь питал, тут не погиб. Закопывая огонь, подблинковывается, DDC подставляется под Бёрнинга. Айсбласт по двоим неплохой. Бёрнинга подавить чем-то, понимает, это DDC разворачивается. Эй, я же стан хотел, но... А... Тут Чуаня пытались убить, Чуань взорвется или не взорвется? Да, взорвается Чуань. Короче, 2 в 2, в итоге трака получил. А Морф тем временем, ой, Z2F. Месье Морфлинг, да вы, стало быть, шутите. Что ж ты делаешь-то, а, негодяй, проказник? Просто пошел, три таура сломал снизу. Вот же красавчик-то какой. Молодец. Все, говорит, с вами понятно, с вами драться, говорит, невозможно. Вы какие-то непробивные ребятки, пойду-ка я лучше вам базу снесу. Не, ну он абсолютно прав. То есть цель игры какая? Не убивать противника нон-стоп, да, цель игры сломать трон. Чтобы сломать трон, нужно сперва сломать-то три товара и бараки. И все. Красавчик, я же все купил. 7-0-1. Ну, за твоев имеет отличнейшую возможность свою команду повести к победе. Давайте посмотрим по графику. Что мы получаем? 7000 в плюсе. Это хом по экспириенсу 5000. Неплохие. Неплохие дела у этого коллектива. Тут спрашивают в твиттерочке, СЛТВ будет ли комментировать предстоящий турнир Red Bull? Отвечаю на вопрос, да, будет. Мы уже стартовали стримы отборочных на этот самый Red Bull. Вчера были трансляции. Сегодня, если я не ошибаюсь, трансляции не будет. Вот. Зато будут они в выходные. Я точно знаю, что в выходные я буду комментировать. По-моему, европейскую квалу, что ли? Или это Лига будет? Не, ну точно, Red Bull мы будем освещать. Основное событие, ну, либо дистанционно, либо непосредственно само место проведения, но будет. Ну, так что ждите анонсов. Это 2.starladder.tv. Пишите туда. Точнее, читайте там. Там вся информация есть. Ну, заходит по топу у нас тем временем Эхом. Спокойно пытается забрать этот Тауэр. Ну да, спокойно забирает, без кого-либо сопротивления стороны оппонента. Не стали драться IG. Стали в оборонительную позицию. БКБ себе нафармил, кстати, Феррари. Тут БКБ, кстати, и у Квапы появилась тоже после Орхида. Неплохо, неплохо, не дурно. Ну, а Морф фармит 2... Дальше, и у него уже 2300 после Яши. Ну, теперь по миду Т2 еще можно, в принципе, забрать. Не, ну раз уж противник без боя отдает, почему бы не взять... Ну, вот, может быть, не стоит все-таки столь затягивать. Пока у вас так все хорошо идет. Да, Игис, правда, потеряли 3 минутки без него. А OTK и БКБшку пытается нафармить, не так много осталось. Ну, вообще, да, стоит дождаться, наверное, появления БКБ от OTK. Там Иланем, возможно, успеет прифармить аганимчик, что тоже было бы полезно. Ну, Морфа появится еще какой-то артефакт. Ну, тут у нас дроп. Ланем ушел. Верните Ланема. Мы все ему простим, Ланем. Давай.
Да, я тут все время смотрю, ребят, у нас вводы первого матча уже на YouTube-канале есть. Уже даже залиты, уже, по-моему, даже обработаны. Так что, если вы пропустили великолепное противостояние Hyper Glory Team и LGD Gaming, вы можете посмотреть в перерывчиках, что там происходило. Там очень веселые трикаточки были. Рекомендую. Очень рекомендую. Тюк, вернулся. Пауза отжимается, пауза снова ставится. Не готовы играть. Разбежались кто куда. Ждем, 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 ждем. Так, вот переподключается у нас в очередной раз Inspiration. Вроде мы готовы. Погнали, что ли? О, ладно. Так нельзя. Ладно, мы пока ждем, ребят. Давайте пишите что-то, я не знаю, в Твиттере. Могу общаться. Хэштег за сами три, еще раз напоминаю, или собачка адекват тебе личным сообщением. Просыпайтесь. Скоро Европа уже начнется, кстати. Ничего не пишет у нас. Вроде ничего не пишет. На китайском с вами общаются, а у тебя кейм с чуарем. Там своя атмосфера. О, отжимается игра, отлично, отлично. Отжимается пауза, точнее. Продолжаем смотреть дальше. 19-17, вот на этом счете мы с вами остановились на 29-й минуте. На том, что у Home есть какие-то там возможности, даже, чтобы перебороть противника в первой карте. Ну, вот этот с Мидасом Фейв. Все, на варты тратят свои средства. Все-таки после Мидаса хочется купить более какие-то крутые артефакты. Вот теперь DDC просто уходит. На ТПшке, ну, против Бёрнинга Кси такое работает. Нет, у них дизейблов. Бёрнинг все равно не успел разложиться, дать хил, например, или станчик. И вот он смог от DDC. Готовы нападать. Что там у нас у Марфа появилось к этому времени? 3-400, кстати, пока не хочет апдейтить свою Яшу во что-то у нас ZYF. Возможно, супер какой-то другой крутой артефакт захочет он купить. Подпушивать нижнюю линию. Надо помнить о том, что здесь остались только голые баллаки, 3 тавера нет.
Муж вообще не боится. Перекатывается под чужие базы и вообще. Все нипочем. На базу... А, БКБ решил купить себе. Так, интересно. Причем не купил и вернулся. На репликату. А купить? Не так много осталось. 20 монет всего лишь. Вот тут появляется. Ну, курьером принесет, окей. Просто ждать не стал. Ну, пока и хоумы ждут. Возможно, будем ждать появления следующего Раша. Кстати, вот довольно интересно будет посмотреть, как к этому Рашану будут ходить оба коллектива. То есть будут у нас какие-то смок-вылазки или все-таки стандартное это вот стояние на реке мы с вами увидим. Бёрнинг отчаянно пытается выформить себе свою БКБшечку. После меда Soccer Club у него появилось 683 монеты сверху. Еще много. Также Чувань хочет Блинк себе взять. Ну, знаете, откровенно говоря, вот Чувань на Леоне мне нравится больше, чем Чувань на Есе. Безусловно, играет, конечно, он неплохо. Но на Леоне мне получается лучше. И БКБ приносит себе... Морфинг. Ну, как теперь убивать этого морфа, я, к сожалению, не знаю. Тут Чувань нас все-таки получил. Орхид. Скримом. Чувань, по-моему, не зацепило. Айсбласт. Пум! Накрыло. Пока ТП делал. И это, таким образом его еще и на ТП-шку развели, получается. Одного просто убили. А тут еще и на ТП. Ой, я забыл эту штуку убрать. Боже, сори. Сори. Все. То мои эти остаются тут данные. Что ж мне не пишите, не говорите о том, что надо поправить. 20-17, 32 минуты игры позади. Окей, гоним. Появляется у аппарата. Ну, он наконец-таки дофармил. Вот в чем разница, да, между двумя суппортами, между Дисраптором и аппаратом. То есть они оба купили мидасы, и оба хотят выйти в гоним, но... Аппарат сразу выходил в гоним, не обращая внимания на различные... варды там и так далее. Все это переложил на плечи там Venge of Spirit. Завтра покупает варды. В итоге мы получаем, что у одного гоним уже есть, а второго даже намеков на гоним. Ну, очевидно, что, конечно, аппарат там на 15-й минуте собрал себе... Или там на 20-й, по-моему, собрал он себе этот метас. Десерта немножечко позднее, но тем не менее. Просто один сейчас будет очень большой импакт. В замес. А вот дисраптор непонятно. Тем более, что есть уже БКБшка у Марфа. Вообще его не будет париться по наличию дисраптора. Еса в драке. Не особо-то будет ему страшно какой-то брюмастер. Да и... Да вообще, я не думаю, что вот как-то у Марфа что-то может не получиться. Марф здесь просто должен ходить и убивать. Спрашивают по поводу подписки на канале СЛТВ. Буду я сам на всех каналах СЛТВ, на которых я подписан. На всех каналах СЛТВ и на GameStars, кстати, тоже. На всех каналах СЛТВ и GameStars будет подписка действовать. На все каналы, на которых мы с вами комментируем матчи. Ну, такой это Рошан и Хоум. Забирает Аегис. Очень быстро Клопа берет себе этот самый Аегис. БКБшка есть от Тирения Мобримастера. Ну, по-моему, тот самый момент, когда пора и Хоумам что-то делать. Ну, в плане проявлять активность на чужой территории. У них вот сейчас, вот на данный секунду, на данный момент, у них огромнейшие шансы выиграть. У них преимущество за десятку по экспириенсу 7000. Там потом с раскачанным бристлбеком МСФ, возможно, возникнут проблемы. Тогда, когда вот, если уже блинк есть, когда у Дисраптор появится гоним, уже может быть не так круто. Пока нету гоним у Дисраптора, пока СФ не наваливает с руки, пока у него только собраны артефакты на выживаемость, можно убивать. Антаста есть у Морфлинга. В 4 крутых артефакта собран у нас Морф. Нетворс у него превосходит Нетворс любого кор-героя IG. Но особым любителем математики я могу сказать о том, что, например, Морф нафармил больше, чем суммарно нафармил Брюмастер и два особых противника. То есть цене 3 героев. И заходит Сахаслэма внезапно. Сотик Шторм ставит Инфлейм. Очень быстро смели на это Аегис. И вот она и пользует этого самого Аегис. Начинает драться. Так, Рикам оф Солс. Если Верением уже погиб. Пытается пробить АОТК. АОТК под БКБшкой был. Форстапует его. Ну, вряд ли его здесь отпустит. АОТК. АОТК погибает. Пошел Глимс. Фейфа. DC точнее. Глимса 0 DC разорвали. Морф начинает драться против Феррари. Перекатывается дальше. Вот он и Флейм. Второй волной атаки уже на СФчика. Там Терением приговаривает Энчтопорич, но СФ смялся.
Теперь нужно разбираться как с Си и с Бёрнингом. Зерил Блейд, ну дай хоть что-то. Глимсанули Инфлейма, добить Бёрнинга, Бёрнинга добивают, где-то подстава от Дисраптора была. Какая же это была подстава, ай-яй-яй. И Морф один на один с Бристлбэком. Драться, драться до конца. Но там уже возрождается ЕС, и Морфинг понял, что лучше отойти, дает репликату. Репликата тут же падает и уходит. Морф-то паут прошивает. Ну, да, давайте по порядочку, в общем-то. Ладно, посмотрим батл рекап. В итоге получилось, что в плюсе остались у нас IG. Все-таки, да, ну они потому что были проигрывающей стороной, они наступали 10 тысяч, и то, что они там более-менее ровно разменялись по количеству фрагов, они заработали больше денег, это понятно. Но какие были проблемы? Во-первых, очень хорошо синициировали IG, то есть и Копа практически отдала Игис ни за что. Не было размен даже какой-либо фраг. Во-вторых, команда Ихом уже показала, что на дистанции они тоже довольно сильные, Морф переживает абсолютно все, и потом уже может сражаться после того, как кончается Primal Split у Брюмастера, когда нет уже ПКБшки у Шатов Финда. И можно будет убивать. Ну и в-третьих, конечно же, это ошибка Дисраптора. Фейф, вот из-за того, что он вернул эту самую Квапу, он в итоге взял и убил Бёрнига, тем самым и погиб сам. Да, в размен на Квапу, это понятно, но, блин, ты мидера как бы меняешь на керри своего и на своего суппорта. Это не есть круто. Ну, в итоге 24-22 и хоумы. Вот вопрос, большой вопрос сейчас. Пойдут ли они дальше? Пойдут ли они дальше пытаться пушить и пытаться заходить на хайграунд противнику? Потому что сейчас довольно жестко их встретили IG. И могут не заходить и хоум. Легко не получилось. Тем более нет Аигиса. Очень, кстати, быстро погиб AutiK. Да, он под БКБ стоял, впитывал в себя урон. Ну, внезапно оказалось 1600 хп, это не так много. Давайте посмотрим, что будет дальше происходить. Очень напряженная первая карточка. Фу. Настолько. О, Бёрнинг встречает. Бёрнинг БКБ, его с руки просто. Ну нет, ну, Бёрнинг, конечно... Очевидно, отыгрывает не самую лучшую свою игру за всю историю Доты. Но так отдаваться ни в коем случае нельзя, и он сейчас подставляет очень серьезно свою команду. Во-первых, он минуту без байбека, это раз. Во-вторых, деф и тавера уже не могут. Глиф здесь имеется, нет, есть глиф. Снимает, что их он, конечно, прям так полезно. Хотя, они попытаются развести Брюмастера на байбек, когда узнают, что байбека нет, они пытаются сломать бараки снизу. Вот если бы они сейчас знали, что у Брюмастера нет байбека, они пошли сломали снизу бараки. Пока пытаются развести, они в шоке, почему Брюмастер такой наглый, байбек не делает, а мы же пушим. Ну как так? Должно дойти, что байбека у него нет. И, возможно, надо было идти сразу по низу, но они пытаются ломать мид. Дритавр, возможно, упадет. AutiK. Кси, БКБ, фиссура хорошая по двоим, статик шторм, БКБ на развороте от Морфа, Adaptive Strike, СФ развели тоже на БКБ, теперь нужно уходить Морфу, Морф в новой форме перекатывается, уходит, в погоню бросается Кси на блинке, настакивать будет свои колл-спреи, ну просто через репликату уходит у нас Морф, там терением инфлейм встречает Кси, иди сюда, говорит, тут тысяча ему там, ножичками, кинжальчиками в спину этому. Иглоопасному парню накидывает, но в итоге ушли просто. Просто ушли. Форстав. Тем временем Vengeful Spirit. И травала у Морфа. Еще плюс ультимейт Торп один появляется. Насколько же силен этот Морф, да? Ну, реально, но проблема только в том, то, что у ZYF как бы лучше артефакты уже не станут. То есть он сейчас купит себе там это Айвскади пятым слотом, шестым слотом. И все, больше артефактов ему покупать некуда. В то время как у кор героя FIG потенциал есть к росту, да, то есть Shadowfiend на секундочку только в три слота одет, если что. Поэтому вот сейчас таким морфом нужно продолжать давить, продолжать изничтожать. Тем более секунды БКБ тратится уже у кор-героев IG. С Феррари бегает с 8-секундным БКБ. С БКБ 7-секундным бегает Бристлбэк, у Брю 8. Ну, возможно, хочется подождать Рошан, но чем дольше будет ждать их хом, тем больше возможности нафармить. Теперь цепляют Кси. AutiK подходит DDC, стан прописал. Успевает Кси прожать БКБ, успевает. Свап пошел, пытается держать его на месте. Кси, вейформа. Эзериал.
Врывается Бёрнинг, Сайленс, тут Бёрнинга нужно забирать, Бёрнинга нужно забирать, эхо слэма, чё, неплохой Sonic Wave, разобрали Бёрнинга. Разрывают также еще и ЕС, они оба без байбека, Фейфа тоже цепляют, Фейф это минус 3. Двое осталось только в живых, пытается сразу же вгрызаться на Z2EF этого Феррари, гонит его по Т4 Тауэр, ворвался АУТК, не зацепился им Берсеркер с Колом. Пошла Квапай, вынудили ПКБшку прожать СФа, но это будет минус тональ, скорее всего минус 2 стороны даже. Бараки сносят в секунду, а целую минуту не будет Брюмастера и не будут суппорта вообще по 30 секунд. Ой-ой-ой, Хоум это в шаге от победы в первой карте. СФ в шоке, БКБ кулдаун еще целую минуту не сможет он драться. Бристлбэк тоже кулдаун. Очередные попытки аутотике зацепить Феррари, вот он Хекс Феррари, внезапный. Шаттл Страйк, Вейформа, Азериал Блейд, да ладно! Они убивают тут же байбэк, бараки, убивать бараки. Ничего не случилось, просто погиб СФ и сделал байбэк. Кси подцепили, калируют его, Адептив Страйк. Сразу же разворачивается, пошла фиссура от Чуани, который возродился. АУТК и Форстаф пытаются его спасти, не отпускает Кси. Настакал колдспрей плюс гушечек тоже выдал. Курьера подловили. Скади принесли там тем временем Морфу. Морф просто нагло сделал тэп-аут. Ну куда ж ты, Морф? Ну куда ж ты? Нет, нет, нет. Нет, Морф. Ну это слишком нагло. Бристлбэк тем временем загнал еще Венжефул Спирит. Кси разворачивается, пытается забрать Ферфинга. Морф на развороте. Но он перекачался практически полностью в силушку. Поэтому нет возможности у него бить с руки хорошо. Его убивают. Ой, хороший. Хороший ультимейт. Это инстапарич накрывает Бристлбэк, отправляет наверно. Да, но в итоге две стороны спушили. То есть, значит, минимум и Хоум выполнили. Опять же, большая ошибка того еще Бёрнинга, то, что они так быстро погиб с нижней линии время своего врыва. И в итоге... Тут интересная штука у нас получается. 25-30. Графики, вот они. Хоум впереди на 14 тысяч, по экспириенсу 7,5 тысяч. Да, погиб Морфлинг, мы это видим, да, что за Морфату дают много XP и много денег. Но две стороны потеряны. И Хоум пойдут в третью сторону, после Рошана, теперь уже точно. Бёрник уже здесь. Под смоком пробежал, но Рошанчик не появляется. Морф, кстати, остался без байбека, потому что он купил себе как раз таки Айо Скади. Говорят, что у нас в чатике кто-то вирусы, какие-то сабскрайберы распространяют. Кстати, распространители, да? Покажем. О, Фейв поймал в подачу. Не, должен жить. По идее, должен жить. Должен же. Должен, Фейв, живи. Фейв, живи. Фейв. Фейв. Do it. Фейв. 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 Живет, смотри, 200 хп осталось, отлично. Прям четко. Так, он инфлеймом, эхослэм, инфлейма встречают, рассказ. Как же четко играет Чуань. Подловил. Инстантовый дэмэдж вот это вот, конечно, от ЕС он не прощает. Пассивка работает как надо. В итоге Квапа в таверне, причем перед появлением Рошана. Скорее всего, придется байбека. Ну, байбека отдать ей Аегис. То есть самый крутой вариант. Ну и отходит их Хоум. Неужели они дают возможность IG спокойно этого Рошанчика забрать? Ну, как спокойненько. Что, во-первых, чтобы IG забрать этого Рошанчика, нужно выйти из базы. А это уже дорогого стоит, ибо крипы-то подпушивают, и медленнее нижнюю линию. Надолго оставлять свою базу без дефа нельзя. Но Кси идет. Вард стоит здесь, видно перемещение Кси. Сосалки раз, кстати. Закупается на полную, но байбек деньги не оставляет, рассчитывает, что сыроегис будет его. А такой потягивается Шадуфин, который купил себе чейнмейл. Интересный закуп. Что это у нас такое может получиться? Кирас уже не купишь. Блейд Мейл, что ли? Не знаю. Так, байбек от Квапы. АУТК залетел, калирует двоих. Пошел Тирене Морф разбираться с суппортами очень быстро. Ну и суппортами плюс Бёрнинга, конечно же. Соник Вейв Тиренем снизу. Инфлейм, хватит ли дэмэджа. Забирает Цир. Аегис Тиренем у СФ, а? Ну там Тиренем, да, спокойненько Морф разбирается со всеми. Бёрник дал Праймал Сплит. Ну вот насколько Брюмастер бесполезен в лейте, конечно. СФ Аегис здесь выбили тем временем. Со всеми под аренами разбирается Морф. Залетает теперь Феррари убить. Adaptive Strike с хайграунда, Феррари Реквием вкастовал. Ну, все, что смогли сделать ребята из IG в этой ситуации, только убить Акса и КГВП Чуани. Хорошая игра, ты хом. Вот просто все очень круто они сделали в этой игре. Хорошее исполнение. Ну и вот так вот, у нас сегодня, ребят, день неожиданности, я бы так сказал, в первых картах, да? Потому что, если вы вспомните, LGT HKT, коэффициент на HKT был 4,
они первую карту выиграют, правда, потом две слили. Но сейчас может получиться такая же ситуация. И Home, коэффициент на них 3, на SG 1, и Home первую карту выигрывают. Короткая пауза, дорогие друзья, карта под номером 2 нас с вами будет ожидать. Долго мы с вами не прощаемся, с вами сегодня Адекват, это студия StarLadder, за сами третий, у нас китайские отборы, полуфинальная часть верхней части сетки виннеров, и скорых встреч, да, скоро услышимся, далеко не убегайте.